Срочная новость сегодня рано утром всполошила всю страну. Я надеюсь, что многие из вас помнят и знают российского актера Михаила Казакова. Для многих он является большим кумиром. Сегодня рано утром на одном из российских интернет-порталов появилась эта ужасная новость, от которой плачет вся Россия. До сих пор многие не могут прийти в себя от этой трагедии. Нам стало известно о том, что сегодня рано утром на скорой помощи в одну из больниц города привезли российского актера Михаила Казакова. Он находился в бессознательном состоянии и был сильно избит. Никто ничего не хотел рассказывать, даже сотрудники полиции пожимали плечами и говорили, что пока ничего об этом не знают. Но спустя некоторое время нам один из близких друзей Михаила Казакова рассказал всю правду. Оказывается, под утро Михаил Казаков возвращался домой. У него в сумке находилась большая сумма денег. Это был гонорар за его съемки. К нему подошло двое молодых парней и попросили закурить. Когда они получили отказ, они начали сильно избивать Михаила Казакова. В итоге Михаил Казаков остался лежать на земле возле подъезда своего дома без сознания, и сумка его пропала. Его нашли прохожие, которые вызвали сотрудников полиции и наряд скорой помощи. Сейчас он находится в больнице, и медики пытаются ему оказать медицинскую помощь. Давайте, друзья, подпишемся на наш канал и будем следить за нашими выпусками, которые выходят у нас каждое утро. Будьте всегда с нами, не покидайте наш канал и до скорой встречи на нашем YouTube-канале.